9 участников команды Iron Farmer получили медали московского марафона 2017. Андрей Чернуха, Роман Петров, Максим Шевченко, Андрей Бирюляев, Анастасия Дружинина, Евгений Зотов преодолели 42,2 километра. А Андрей Акиншин и Лидия Овчинникова улучшили свой результат на дистанции 10 километров. Впервые с командой Iron Farmer бежал партнер компании «Агротерра», генеральный директор ЗАО СХТ Евгений Зеленов. Он уверен, что заниматься сельским хозяйством, причем успешно, могут только люди с остальной волей. Хочется быть поближе и зарядиться энергией. То есть мы год назад здесь пробежали десяточку, понравилось. И уже тогда я себе поставил цель марафон. Вот год прошел, сейчас посмотрим, что получилось. Я безумно горжусь каждым из нас. 42 километра – это просто невероятная дистанция. Я рада, что все ее преодолели. Спорт и работа нераздельно связаны между собой. Спорт воспитывает характер, учит ставить цели и постоянно становиться лучше, чтобы их достигнуть. И, конечно, учит работать в команде. Финиша, когда останавливаешься и начинаешь идти, ноги не идут, шатает, тяжело. Но зато полная эйфория, что ты это сделал. Вот за 5 часов, пока я бежал, я многое успел поразмыслить над какие-то свои проблемы, которые у меня есть, найти пути решения этих проблем, в конце концов. Бег – это, наверное, такая медитация. Такое масштабное событие можно увидеть только раз в году. Событие, которому нет равных. В «Агротерре» планируют, что в один из маршрутов московского марафона пройдут коллеги из всех регионов, где работает группа компаний. Для этого в 2018-м в компании откроется беговой клуб. Для занятий бегом не нужны спортзалы и специальное оборудование. Достаточно кроссовок и любой удобной спортивной одежды. Что может быть лучше, чем начать день с утренней пробежки вдоль любимых полей? Тренер «Агротерры» будет дистанционно писать программы развития, а коллеги из Iron Farmer делиться опытом. Это действительно стиль жизни определенный. Помогает быть в форме, помогает быть здоровым и, в принципе, целеустремленным. Потому что, когда ты бежишь, у тебя всегда есть конечная цель – добежать. 42 километра – достаточно много. И здесь важна не только физическая форма, но и самое главное, какая-то воля к победе и моральный настрой. Это самое главное. В 2018 году будет максимум командной работы, чтобы все желающие сотрудники «Агротерры» смогли побежать по улицам родных городов и сел, а также поехать на московский марафон 2018.